Всем привет! Решил разведать новые места на речке Южный Буг и половить на поплавочную удочку. Вот такое просто шикарное место нашел для рыбалки. Тут слева речка течет, струя идет, а тут такой затишок. Там, думаю, под струю проводку бросать на плитку. А тут справа вторую удочку поплавочную на карасика. Место просто бомбезное. Очень красиво. Каша у меня для рыбалки самодельная. Делал я ее по такому рецепту. В кастрюлю наливаю 5 частей воды. Щепотку соли. Столовую ложку сахара. Одну часть пшеницы. И одну часть гороха. И щепотку соды. Варю на среднем огне 1 час. Далее добавляю 1 мерку пшена. И пакетик ванилина. Ставлю на минимальный огонь и варю еще полчаса. После добавляю 1 час макухи. Перемешиваю. Каша для рыбалки готова. Перед тем, как буду прикармливать место, хочу его чуть подчистить. Чистить будут народным способом, грабельками. Как показала практика последних нескольких рыбалок, метод рабочий. С дна поднимается куча разной живности, этим очень привлекает рыбу. Прям в остров забросил из водорослей. Ух, капец. Сделал таких 3 шара для начала. Думаю, хватит. Немного россыпи. Забрасываем поплавочки и ждем поклевочку. Из наживок и насадок у меня будет червь навозный, опарыш, пуф медовый и пуф клубничный. И также буду из каши брать горох и пшеницу. Начну по классике. Червячок и опарыш. На плитку у меня будет маленький крючок и тоненькая леска 0,12. Окунчик на червячка. Маленький. Вторая удочка у меня с тонюсеньким поводочком 0,12. Хочу забросить под ту сторону, под тот камыш. Отлично. Глубину небольшую сделал, примерно полметра.
перебрался я на другое место. Там меня просто замучил бычок поклевками. К сожалению, рыбы там нет. Та, что мне надо. А именно карася. Я сегодня на карасика пришел. Перебрался на проверенное место. Провожу ту же процедуру с граблями и прикормкой. На черепаху больше похоже. Есть. Да, мелочевочка. Тут хищник гоняет, видел, стрелы идут. Думаю, может на живца одну удочку забросить. Крючки у меня вроде есть. Сейчас, наверное, так и сделаю. Ту левую удочку. Или эту, наверное, эту. На живца заброшу. Кстати, плиточка взяла на червяка. Тут рядышком был опарыш с пшеницей. Не захотела. Опа! Еще одна плиточка. Не там я плитку искал. И на упарыш, кстати, не хочет, а? Червика ей подавай. На вторую поплавочную с нас привязал поводок. Примерно 30 сантиметров. И небольшой тройничок. Плотвичку сейчас надену. Так. Плиточка побольше вперед. Так, значит, прикормка по плитке хорошо работает. Будем знать. Так, взяла она нижний крючок. На червячка. А там второй поплавок гуляет с тем живцом. Пусть гуляет. Может, судачок возьмет. Опа. Ого! Что-то клюнуло и завело. Куда-то. Вот эта плиточка. С каждым разом больше и больше. И снова на нижний крючок. На верхний не хочет. Где весь карась? Это уже странно. Карася же море было.
комарики кусают. А вот и карасик подоспел. Переставил я второй поплавок на крючочки тоже. Вот и карасик такой клюнул. Сегодня забыл взять эфирные капли лаванды. От прошлую рыбалку они хорошо показали себя. Думаю, сейчас бы клев поактивнее был бы с этими каплями. Так, а я подцеплю один пуфик клубничный вместе с одним опарышем. Опарыш, все, кони двинул. Пару еще живых осталось и все. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Есть. Ого. Блин. Все попутал. Что-то хорошее. Все удочки мне попутал. Капец. Опа. Тут такой красавец карасик. Поклевка. Я думал, я зацепил удочкой. Думал, зацепил удочкой. Бросал второй поплавок. Это, оказывается, карась клюнул. Да, клев начался прям капец. Такой азартный. И карась с аппетитом берет червячка. И это буквально... Первое удилище забросил, и сразу второе стал забрасывать. И сразу поклевка. Сначала плотва пришла на прикормку, а потом ее прогнал карась. Оп-оп-оп. Опа! Ух, карасик! Ну, ушел карасик. Бывает. Жаль, конечно.
совсем уже стемнело. Было пару поклевок, но совсем вялых. Карасик не хотел уже брать. Ну что, посмотрим на улов. Ну, на сковородку будет. Жаль, конечно, что сегодня первое место не сработало по карасику. А такое красивое было. Ну ничего, я еще разок попытаюсь там с обратной стороны расчистить кувшинку и порыбачить. Он там должен быть. Если понравилась рыбалка, поддержи лайком. Спасибо за просмотр. Всем пока.